Aspetta, per il dito intero il gruppo, la banca parola è per DDD сегодня займет позицию номер один. Первая группа, ее представители собака породы Бастерон. Девятую группу представляет собака породы Пекинес. Девятую группу представляет собака породы Пекинес. Движение наших самых лучших собак. Сегодняшней международной выставки Golden Pair 2011. И, пожалуйста, в накопительный ринг. Базерон, Ридер Шнаутер, Самоед, Салюки, Ирландский Сеттер, Голден Ретривер, Пикель, Фокс Терьер жесткошерстный, Пекинес и Такса стандартная гладкошерстная. Третье место. Представитель первой группы в ЦИ. Басерон. Второе место. И кто же сегодня становится первой собакой, самой лучшей на международной выставке собак Golden Fair 2011. На всех выставках, которые проводит Белорусское кинологическое объединение.